Продолжаем.
Последний раз объект приехал на восток через разряд Коолей. Немедленно отцепляйте этот район. Он не мог уйти далеко. Диспетчер, вижу нарушителя. Пытается уйти. Он идет на заграждение.
через несколько минут. Проверяю другие каналы. Разглядите, что дом не убрал. Код 6 потерпел аварию. Начинаю сдержание. Внимание всем. В момент потери контакта код 6 следовал на север. По Уоррен Роуд. Выставляем оцепление в радиусе 10 кварталов от точки. Ждите подробности. Объект скрылся. Окружайте мост. Попался. Подозреваемый найден. Диспетчер, нужно подкрепление. Все свободные машины. Срочно. Так точно. 2 Дельта 12. Есть свободная машина. Направляю к вам. 10-33. Мы без прикрытия. Прием. Я с вами. Вот прием, ваш квадрат. Я с вами. Объект скрылся. Окружайте мой квадрат. Свидетель сообщает, что объект следовал на юг по Кэмден Туннел Роуд. Отцепляем район к востоку от точки. Код 6 сохранен. Это 2 Дельта 4. Стоим в 10.43 между вами и указанным квадратом. Ждем указаний. Вижу машину нарушителя. Начинаю погоню. Он не мог уйти далеко. Организуйте прочесывание квадрата патрульными. Диспетчер, вижу нарушителя. Пытается уйти. В вашем районе свободных машин нет. Ближайшие в нескольких милях. Внимание всем. Последний раз объект ехал на восток мимо Project. Код 6 сохранен. Свяжитесь с постом 2 для получения схемы отцепления. Уточните координаты точки и выезжайте по первому сигналу. Диспетчер, вас понял, это чар внутри. Со мной четверо. Выставили заграждение к северо-востоку от последнего 2-0. Похоже, мы его нашли. Подождите, сейчас. Вижу машину нарушителя. Начинаю погоню. Пробейся через заграждение. Начинаю задержание. Объект развернулся за ним.
Прекращайте погоню. Последние данные о нарушителе на экранах. Подробности на экранах. Работаем на канале 2.
Пожалуйста, он прорвал. Сообщите подробности. Дело уже завели. Если да,